Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 1100 токенов от проекта Opal. Это в эквиваленте составляет 65 долларов США. Проект связан с косметологией, с уходом за кожей. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, изучайте, вкладывайте. Но у нас с вами цель одна. Это получить бесплатные токены и, соответственно, по выходу их на криптовалютные биржи продать с прибылью. Здесь много соцсетей у этого проекта, и за каждую соцсеть, за вступление в каждую соцсеть, он нам предлагает свои токены. Итак, что нужно сделать для того, чтобы получить 1100 токенов от проекта Opal? Как обычно, проходим по моей ссылочке, которая расположена снизу моего видео, где написано слово «регистрация». И попадаем вот в такую формочку для регистрации. Сюда заполняем email, придумываем пароль, повторяем пароль. Нажимаем вот сюда, здесь высветится «создать аккаунт». Кнопочка, нажимаете на нее. Хочу обратить внимание, что вот эти вот красные слова, их не должно быть. То есть тут не маленький пароль написано, там большая буква, одна маленькая буква и так далее. То есть по мере того, как вы заполняете свой пароль, вот эти красные строчки должны убираться. Далее. К вам придет на почту подтверждение аккаунта. Вот так оно выглядит. Может быть, кому-то придет спам. Иногда приходит спам, иногда на почту, в папку. Соответственно, нажимаете либо сюда «Активировать аккаунт», либо копируете вот эту ссылочку, вставляете в браузер. Результат будет один и тот же. Вы попадете в свой личный кабинет. Значит, что нужно сделать для того, чтобы... Вот я уже получил, видите, 1100 ОПУ, 100 вы получаете за регистрацию и еще 1000 за прохождение всех соцсетей. А их у этого проекта, как видите, 6 штук. Поэтому, что для этого нужно сделать? Во-первых, нажимаете вот сюда, профайл, и заполняете свой профайл. Я это уже сделал.
Можно вставить фотографию даже, вот, к примеру, я вставил, можно не вставлять. Заполняете почту, дату рождения, даже, по-моему, вес и рост тут предлагает сайт заполнить. Ну, ничего страшного, нам главное, чтобы дали бесплатные токены. То есть вот нажимаете, может быть, вам сразу предложат, я уже не помню, заполнить эти данные, ну, либо изменить, вот как я сделал, и, соответственно, сохранить и так далее. Когда вы все это заполните, вам зачислят вот сюда вверх, видите, 100 коинов. Теперь нам нужно получить еще 1000. Что для этого мы делаем? Значит, нажимаем наш бот, это главная панель, и вот здесь вот у меня уже этого нету, потому что я сделал, вот видите, на 1000 поинтов я уже задание сделал, коинов. Здесь у вас будет такая вот панель на всю страничку. И идти галочка. Выполнили, вступили в Facebook, вас перевели к другому. Вступили в Twitter, перевели, соответственно, к другому. Вступили еще в одну соцсеть, и там сделали задание, и так далее. То есть я вот сделал все задания, мне, значит, подарочные сделали 1000 токенов, как обычно. И в сумме составило 1100, что $65 составляет. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Всего доброго. Да, еще скажу, что здесь 6 соцсетей. Здесь включает еще в себя такие сети, как Medium, LinkedIn. Поэтому можете туда не вступать, соответственно, у вас будет меньше денежек. А лучше зарегистрироваться, потому что какая-то из них где-то всегда в проектах проскальзывает. И она нам с вами для дальнейшей работы обязательно пригодится. Поэтому если вы все сети, которые в этой компании есть, соответственно, зарегистрируйтесь в них, то есть, грубо говоря, пройдете это задание, будет очень хорошо. Всего доброго, до свидания.